Я назвал эту лекцию «Задачи нового века», но, конечно, речь пойдет не только об этом, потому что тема настолько широка, что мы не можем ее полностью осветить, разбивая на маленькие компоненты. Поэтому все, что мы делаем, это составляем эти кусочки пазла вместе, чтобы увидеть общую картину полного нападения на Иисуса Христа как единственного Спасителя и также на божественность Иисуса Христа. Итак, кто же стоит за этим движением «Новый век»? Опять, печально сказать, но кажется, та же сила находится повсюду. За кулисами умело сплетенная паутина, расставленная повсюду. Человек, который относится к зарождению движения «Новый век» более чем кто-либо другой, это Тайлард Шарден. Кто же был Тайлард Шарден? Вы можете уже догадаться, это был иезуитский священник. Тайлард мечтал о человечестве, объединившемся с Богом, когда каждый будет осознавать свою божественность до конца. Это верование вдохновило многих современных лидеров нового века. Для каждого своего высказывания я привожу ссылку. Я ничего не говорю без ссылки. Фактически, Шарден — один из наиболее часто цитируемых писателей, ведущими оккультистами нового века. Итак, иезуитская власть опять работает из-за кулис. Де Шарден сам написал: «Общее сходство всех религий в универсальном Христе, который удовлетворяет всех их». Вы видите? Как интересно. Для меня это видится единственно возможным обращением мира и единственной формой, в которой может быть понята религия будущего. Итак, опять. Для того, чтобы установить сатанинскую систему, организация иезуитов, используя масонов, превознесла Люцифера до божества и принизила или преуменьшила Иисуса Христа. Еще раз мы видим, что они ищут вселенского Христа, универсального Христа, но не Иисуса Христа. Почему? Потому что это исключительность. Секреты гностиков и вся эта литература нового века погрязла в гностицизме, который отодвигает Иисуса Христа в сторону и заменяет его Люцифером, или же человеком, как окончательное божество. Это эвиониты, маркианиты, гностики, фомасяне. Все они в основном учили о том, что Иисус был всего лишь смертным, но мы в определенном смысле божественны. И божественность Христа — это то, что может быть понято через нашу собственную божественность. Находясь за кулисами, Римо-католическая церковь контролирует оккультизм на каждом уровне. У них даже есть епископы, которые специализируются в оккультизме. Это человек по имени Дон Боско, и он видел видение в 1862 году, согласно которого он видел корабль Евангелия между двумя столпами веры. Другими словами, корабль на якоре между двумя столпами веры. И эти два столпа веры следующие. Первый — это Евхаристия, что значит, что Иисус Христос был распинаем снова и снова и снова и снова, поскольку Евхаристия, которая символизирует смерть Иисуса Христа, ежедневную смерть во время мессы, и даже ежечасную, ежеминутную смерть, говорит о том, что Христос остается распинаем, и Он умирает распинаем и умирает. Тело Христово. Вот о чем говорит Евхаристия. Это празднование победы сатаны над Христом. И наверху второго столпа, который, по его словам, был меньше, находится Мария, что символизирует, что Иисус Христос был заменен Марией как другим посредником.
Вот что значит это видение. Просто говоря, что весь мир примет Евхаристию и Марию, и в оккультизме Мария может быть заменена также и каким-то другим божеством, женским или мужским. Также можно поместить мужской эквивалент этого, потому что нет никакой разницы. Например, можно Аполлона, лицо Аполлона поместить там, кого вы хотите. Это будет одно и то же, потому что Блаватский сказал, это все одно и то же. Бытие, 3 глава, мы читаем, что змей был умнее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот первоначальная борьба в Эдеме. Бог сказал, вы умрете. А змей говорит, нет, не умрете. Кто-то один лжет, да? Кто-то из них лжет. Если вы на самом деле умираете, вы сотворенные существа, не боги. Но змей говорит, если вы съедите это, вы осознаете, что вы боги. Итак, две близкие очень, по сути, лжи, которые сказал змей в Эдеме. Конечно, масонство учит, что не все так просто, что именно дьявол, как мы видим, сказал правду, и Яхве, он лжец. Вот все, что мы видим в этом масонстве, в их высказываниях, которые переворачивают все вверх дном, это центральное иезуитское учение, потому что именно иезуиты составили масонство. И увидела жена, что древо хорошо для пищи, вот опять появляется проблема аппетита, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. Вот где мы видим с вами проблему. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот мы видим противостояние в Эдеме. Это было начало, а конец будет такой же. Та же победа, которую сатана одержал в начале, он попытается одержать и в конце истории. Итак, начиная с Мэри Бейкер Эдди, вот она, основатель движения Christian Science, мы начинаем рассматривать организации, которые берут христианские названия, но проповедуют все, что угодно, только не христианство. Это очень хитрый ход. Конечно, не каждый будет уловлен им, но поскольку имя христианское, то, судя по всему, организация отстаивает христианские ценности, так? Нет. Она пишет в своей книге «Наука и здоровье с ключом к Писанию», которая была выбрана Национальной женской книжной ассоциацией США в числе 75 книг, написанных женщинами, слова которых изменили мир. Итак, это очень влиятельное произведение в числе 75 книг, написанных женщинами, которые изменили мир. Удивительно. Что же Мэри Бейкер Эдди хочет сказать? Вот некоторые цитаты. Из книги «Наука и здоровье с ключом к Писанию» это религиозное движение использует эту книгу как документ, дополнительный к Библии. Зло не существует в действительности. Это не человек, место или вещь, но просто верование. Иллюзия в материальном смысле. Страница 71. Я задаю сам себе вопрос, на какой планете она живет? Конечно, не на этой. Иисус. Наивысшая человеческая совместная концепция идеи божества, обличающая и устраняющая ошибки и показывающая человеческое бессмертие. Страница 589. Итак, Иисус — это всего лишь пример, который показывает нам, что мы бессмертны. Но разве Бог не сказал, вы умрете? Разве Бог не сказал этого? Да, Бог сказал.
Но она говорит, нет, человек бессмертен. Будем помнить, что гармоничный бессмертный человек существовал вечно. Страница 302. А Библия говорит, что человек — сотворенное существо. Но она говорит, нет, он бессмертен и существовал вечно. Смерть — это иллюзия. Обман жизни, по сути, любое материальное доказательство смерти ложно, потому что противоречит духовной сущности естества. 584 страница. И так она говорит, нет смерти. Кто это сказал, что нет, не умрете? Змей сказал. Душа божественна и часть человека, и она никогда не грешит, следовательно, душа бессмертна. Очень интересная доктрина. Итак, у нас есть две составляющие. Оболочка, которая умирает, и душа, которая бессмертна, и она никогда не грешит, следовательно. Вы знаете, это гностическое учение, которое любили николаиты также. И Библия говорит, что Бог ненавидит это. Что тело — это всего лишь оболочка, и поэтому неважно, что вы делаете со своим телом. Вы можете кушать что угодно, заниматься развратом, все что угодно. Не играет роли, потому что вы отбросите эту оболочку и будете дальше продолжать существовать бессмертно. Но Бог говорит, положено человеку однажды умереть, а после этого суд. Это абсолютно другая история. Итак, это не библейское учение. И очень похоже на язык змея в саду. Она пишет, «Мужчина и женщина, как сосуществующие и вечные с Богом, всегда отражают в величественном равенстве бесконечного Бога Отца-Мать». Это безличностный Бог. Это больше похоже на Люцифера, чем на Бога. И эта концепция Бога, Матери и Отца, конечно, не библейская. Иначе в молитве нам следовало бы говорить, «Наши родители, сущие на небеса, да светится имя ваше». Но так не говорим. Но говорим, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое». Итак, это движение, которое берет в себе христианское название. Есть еще одно движение, которое берет христианское название, это движение мормонов. Мормоны называют себя «Святые Христа последних дней». Мы видим, что эта организация также использует в своем названии имя Иисуса Христа. И вот весть, информация идет от этого ангела Морони, которого мы здесь видим. Этот ангел изображен как бы стоящим на земном шаре. И также обратите внимание на здание церкви, как и масонская ложа, она не имеет окон. Итак, основатель движения мормонов — никто другой, как Джозеф Смит. И Джозеф Смит был масоном 33-й степени. О чем это говорит вам? Кто был его богом? Если он был масоном 33-й степени, то его богом был Люцифер. Теперь, это его последователь, следующий пророк, если вы хотите. Его звали Брэгем Янг. И он также был масоном 33-й степени. Давайте посмотрим. Церковь Христа Святых Последних Дней, мормоны, их основатель Джозеф Смит был масоном высокого ранга. Его преемник Бригем Янг также был масоном. Согласно книге «Черное одеяние», Бригем Янг был близким другом Питера де Смета, одного из наиболее влиятельных американских иезуитов XIX века. Мы видим их повсюду, но они никогда не стоят в первом ряду, но всегда действуют из-за кулис. Поэтому, если кто-то пострадает, то они не пострадают. Итак, здесь мы видим Смита, который получает от ангела Морони золотые таблицы. Давайте спросим его самого, верно ли то, что я говорю. Поэтому обращаемся к его собственному произведению «История церкви». «Вечером я получил первую степень масонской ложи НАВУ, которая собиралась в моем главном бизнес-офисе. Я был в масонской ложе и достиг высочайшей степени». Итак, из первых уст, это невозможно отрицать, мормоны были основаны масонами. Под руководством кого? Иезуитов, да. И теперь, какой руководящий принцип побудил их основать организацию, которая контролирует весь штат, по крайней мере, в Соединенных Штатах, и вместе с масонством контролирует всю космическую программу.
Потому что кто-либо, кто был в космосе, он либо масон, либо мормон. Одно из двух. Очень интересно. И не только это. Эта организация имеет величайшую базу данных о всем, что происходило на Земле. Начиная от того, кто вы, кто ваши родители, где они жили, что вы делали, все, что вы делали, все у вас есть в этой базе данных. Конечно же, эта база данных будет иметь огромное значение, когда возникнет вопрос о покупке-продаже и о том, кому что достанется в новой диспенсации, что очень важно для иезуитского порядка. У мормонов вы видите те же элементы ритуальные, что и у масонов. Фартуки, также у них есть несколько измененные секретные рукопожатия и все в таком роде. Это главный мормонский храм в Солт-Лейк-Сити. Вы видите, что это довольно закрытое место. Также здесь вы видите всевидящее око с масонским рукопожатием, луна, Аполло, солнце и также перевернутая пентаграмма. Бывший колдун, масон, мормон и сатанист Билл Шнорбелен подчеркивает, что для колдунов перевернутая пентаграмма имеет одно значение и одну цель. Это призвать силу сатаны и установить царство дьявола на этой земле. Итак, этот символ находится на масонском храме и на мормонском храме. Я сделал эту фотографию сам, так что я знаю, что они там есть. Еще одна цитата. «Вы найдете сатанинскую пентаграмму бесценной и необходимой, если вы попытаетесь использовать дьявольскую власть нашего господина сатаны. Этот чрезвычайно важный амулет является знаком микрокосмоса и является суммой всех оккультных сил. Другими словами, нет амулета более сильного или даже подобного по силе сатанинской пентаграмме». Итак, интересно. Практически на каждом флаге в мире есть это изображение. Но это уже другая история. Итак, вы видите в мормонском храме перевернутые пентаграммы очень часто. Все эти символы повсюду в мормонском храме. Также всевидящее око, изображение солнца, символ луны, несколько отличный от общепринятого изображения. Вы видите, здесь нет точки внутри. Возможно, они умышленно убрали это, чтобы не вызывать подозрений. Также на других церквях есть подобные знаки, например, звезда Давида. Разные эти вещи есть у мормонов. Также восстановление священства Аарона. Они утверждают, что они имеют священство Аарона. Кстати, это является богохульством, потому что есть только один первосвященник навеки. Кто это? Иисус. Это значит, что они присваивают себе нечто, что принадлежит Иисусу. Они крадут у Иисуса его роль и его авторитет. Кэти Бонс говорит следующее. И масонство, и мормоны обращаются к священству Мелхиседека. В шотландском масонском церемониале 19-я степень носит название Гранд-Понтиф. Во время этой церемонии над кандидатом совершается помазание елеем, и он провозглашается священником навеки по чину Мелхиседека. Я думал, есть всего один первосвященник по чину Мелхиседека, не так ли? Но и мормоны, и масоны претендуют на это. Евреям 5 глава 5-9 стихи говорится, «Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но Бог провозгласил, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Но оккультисты, масоны и мормоны прославляют самих себя и берут на себя честь священства, которое было отдано только Христу одному». Итак, когда мы называли эту серию, мы назвали ее «Тотальное нападение», потому что эти организации нападают на каждый аспект служения Христа и пытаются лишить Христа его власти и священства. Это место для хора в одной из мормонских святынь в мормонском храме, где выступает мормонский хор. И вряд ли кто-либо был равнодушен к пению этого хора.
Музыка — одна из самых величественных в исполнении этого хора. И они известны на весь мир за свою музыку. Но если вы осознаете, что в сатанизме вы можете называть сатану также и Христом, потому что Иисус означает Джошуа. Джошуа значит «Яхве спасает», и Люцифер претендует на тот же титул. Поэтому вы можете петь красивые песни, но быть руководимы абсолютно другим духом, в зависимости от того, кому вы повинуетесь. Поэтому многие из этих мормонов, они не знают ничего, потому что у мормонов есть степени, и человек поднимается на высшую и высшую степень. И простые мормоны ничего не знают, и вот эти девочки ходят и показывают людям, и рассказывают прекрасные вещи, которые они читали, но сами не понимают, что они говорят. У мормонов также одни из самых величественных зданий, очень впечатляющие, конечно. Давайте поговорим о доктринах мормонов. Секция 27 доктрины Заветов. Мормоны учат, что Адам был Богом. Журнал рассуждений, том 4, страница 53, официальный документ. Некоторые грехи могут быть искуплены только собственной кровью. Что это? Ясно, что не библейское учение. Книга Мормона. Иисус был рожден в Иерусалиме. Мы знаем, что это не так, это искажение. Журнал рассуждений, том 2. Христос был женат на Марии, Марфе и других. Это дает неплохую причину для того, чтобы иметь больше, чем одну жену. Почему бы и нет? Они также отрицают искупление. Одна из наиболее пагубных доктрин, когда-либо защищаемых человеком, является доктрина об оправдании только верой, которая вошла в сердца миллионов со времен так называемой реформации. Джозеф Филдинг Смит. Это Джозеф Смит сам пишет. Его книга «Восстановление всего», страница 192. Звучит похоже на то, что говорят Вескотт и Хорн. Это масонское учение, и мормоны — это всего лишь фасад для масонства, который маскируется под христианство. Также во второй книге «Нефти» говорится, «Адам опустился до того, каким может быть человек, и такими люди есть, чтобы они могли иметь радость». Итак, Адам совершил грех для того, чтобы человек мог иметь радость. Это очень интересно звучит. Это похоже на культ секса. Давайте не будем вдаваться в детали, потому что я даже не хочу обсуждать, что происходит в высших эшелонах. Давайте даже не будем касаться этого, потому что они говорят, что когда мормон умирает, там, в раю, его окружает множество девственниц, которые окружают его, и божество само женато на буквально тысячах и тысячах миллионах женских духов, с которыми вступает в сексуальные отношения для того, чтобы производить человеческие души, которые затем поселяются в человека. Это очень извращенная доктрина, и она существует там в секретных кругах. Стерлинг Стил, член первого кворума 70, заявил в церковном разделе «Новостей пустыни», «Ниже Христа Адам все еще стоит как глава. Адам упал, но он упал в правильном направлении. Он упал к цели. Адам упал, но упал вверх. Иисус говорит нам, поднимитесь выше». Итак, это язык змея. «Вы упали, но вы упали в сторону мудрости. Вы стали как боги». Это не падение вниз, это падение вверх. Бригим Ян говорит, «Дьявол сказал правду о божестве. Я не порицаю про матерь Еву. Мне бы не хотелось, чтобы она не съела запретный плод любой ценой. Через дар греха человечество может достичь божественности». Скажите, это язык Христа или это язык дьявола? «Вы были в начале с Отцом. Человек также был в начале с Отцом. Интеллект или же свет истины не был сотворен или создан, и поистине не может быть создан». Итак, мормонство — это не что иное, как масонство, одевшее маску религии Иисуса Христа, обманывающее миллионы и находящееся в согласии с иезуитским порядком.
Католическая месса также гласит следующее: «Блажен проступок, который вызвал такого Спасителя». Это изображение Иисуса Христа, которое находится в мормонском храме. Похож ли Иисус на это изображение, кто знает. Но дьявол пытается подделать личность Иисуса Христа. Возможно, ему это удалось, но я узнаю, как выглядит Иисус, когда Он придет во второй раз на эту землю. Здесь мы видим лидера Иосифа Смита, и здесь изображение, вы видите здесь улей, и если вы посмотрите вавилонские книги, то узнаете, что улей — это символ язычества. Это длинная и захватывающая история. Вы видите, что мир контролируется оккультистами. И оккультисты часто формируют семьи и действуют с оккультными семьями. И эти оккультные семьи контролируют мир. Не будем слишком заходить далеко и говорить об этих семьях или семействах животных, рептилий и тому подобное. Давайте не будем говорить об этом. Скажем следующее. Может ли быть так, что семья контролирует мир? И, конечно, эти семьи происходят из царских семей, потому что одни царские семьи, царские линии были уничтожены с помощью иезуитских интриг, и другие семьи были поставлены на их место, как семья Стюартов, как дом Стюартов, и все они оккультисты, и королева Англии также является оккультистом. Итак, это царская семья. Может ли быть так, что эти царские семьи будут контролировать мир? Давайте посмотрим на эти семьи. Вот Хоуланд, семья Хоуланд. Я нашел эту схему в храме мормонов. И здесь, в этой схеме, рассказывается, кто есть кто и кто кому кем приходится. Вы видите, есть один прапрапрадед. Давайте, посмотрите, что за семья. Джозеф Эрл, известный человек. Также Джозеф Смит, основатель движения мормонов. Он также принадлежит к этой семье, имеет общего прапрапрадедушку. Эмма Хейл, Уинстон Черчилль. У него тот же прапрапрапрадедушка. Франклин Рузвельт. У него тот же прапрапрапрадедушка. Ричард Никсон имеет того же прапрапрапрадедушку. Также президент Форд имеет того же прапрапрадедушку. Также Джордж Буш-старший имеет того же прапрапрадедушку. Джордж Буш-младший имеет того же прапрапрапрадедушку. Все это довольно странно. Неужели все они, живущие в разных частях мира, происходят все от одной семьи? Может ли такое быть? Я оставляю это для ваших размышлений, не хочу дальше продолжать это, просто нахожу это очень интересным. Посмотрите, и церковные деятели, и как много президентов. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Пять президентов, плюс еще также основатель движения мормонов, все из одной семьи. Также вы видите мормоны и НАСА. Самые известные космонавты, все они или мормоны, или масоны. Если вы пойдете в храм масонов, вы увидите фотографии президентов и увидите фотографии космонавтов, которые поднимались в небо. Это календарь шотландского ритуала Совета масонов. Я нахожу нечто интересное в этом календаре. Узнаете этого человека? Кто-нибудь узнает этого человека? Джон Гленн, он 33-й степени масон. Также можно говорить бесконечно об этом. И также президенты, которые были масонами, находятся в списке масонов. Итак, масонство
также находится за этим движением «Новый век». Это журнал масонов, который назван «Новый век». Он настолько тесно связан с масонством, что они изменили ему название и назвали его «Шотландские права». Некоторые люди говорят мне, что у меня нет книг, о которых я говорю. И я взял вот несколько книг, положил на ковер и сфотографировал их. Это книга Пайка, это Блаватского книга «Секретные доктрины», это новая энциклопедия масонства, и у меня есть они. И люди говорят теперь, что я взял где-то их и сфотографировал. Поэтому в следующий раз, когда я буду их фотографировать, я возьму их в зубы, в руки, между пальцами и сделаю все, что угодно. Но у меня есть эти книги. Это Элис А. Бейли. Она пророчица и священник движения «Новый век». Она получала сообщение из Джвалхула, из Тибета. И мы упоминали о нем, когда говорили о масонстве. Левит 19 глава 31 стих говорит: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них, я Господь Бог ваш. И как человеку положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. Давайте проясним эти стихи и эти голоса. Потому что когда приходят эти голоса, то часто они противоречат этим стихам. Эта женщина написала больше книг, чем любая другая женщина за последние два века. Одна из самых плодотворных писательниц всех времен — Элис А. Бейли. Ее книги издавались под символом цветка лотоса, и издательство, издававшее эти книги, называлось Lucifer Publishing Company. И это вызывающее название они изменили на Lucy Trust. Есть только одна женщина еще, которая написала примерно столько же. Вы помните, кто это? Есть только две женщины, которые могут в этом соревноваться. Одна — это Элис А. Бейли, вот. А другая, я познакомлю с ней у вас позже. Оставим это на потом. Запомните только, что есть еще одна писательница, которая написала, возможно, даже больше. Одна из ее книг — это «Проблемы человечества». Вы видите здесь масонский знак. Также еще одна книга «Новое появление Христа». Это «Приготовление к пришествию Христа». Оставляя то, что находится за гранью, я буду стремиться к своим наивысшим духовным возможностям. Я посвящаю себя заново служению тому, кто грядет. И я сделаю все, чтобы приготовить умы людей и их сердца к этому событию. У меня нет другой цели в жизни. Вот что говорит Элис А. Бейли. Этот грядущий, конечно, это не Иисус, потому что, по ее словам, он имеет сатанинскую природу, это Люцифер, но она называет его Христом. Какое еще движение ждет Христа, в кавычках, который придет? Это мормоны. Они говорят, что он придет и появится в их храме там, в Солт-Лейк-Сити. Есть еще одно интересное движение. Это движение свидетелей Иеговы. И сегодня вы можете насчитать миллионы и миллионы свидетелей Иеговы по всему миру. Их основатель Сити Рассел жил с 1852 по 1916 годы. Это основатель движения свидетелей Иеговы. Конечно, они отрицают, что они связаны с масонами. Но этот человек был масоном 33-й степени. Уже становится скучно, да? Это уже становится скучным. Но давайте посмотрим, что мы сможем здесь раскопать. Божественный план веков, пособие для исследователей Библии на английском, на немецком. И вот вы видите символ бога Ра. Это символ бога Солнца, Ра, эквивалент Шамаша. Вы видите оригинал одного из первых выпусков «Сторожевой башни» за декабрь 1916 года. Уже это невозможно отрицать, потому что я сам сфотографировал эту статью. Вот символ, который используют масоны также. Это масонский символ на этом журнале. И также статья, повествующая о том, как умирал основатель этого движения. И здесь есть отличное описание, сделанное его другом.
Он поднялся и сказал: «Сделай мне, пожалуйста, римский ключ. Сделай мне римский ключ». Он умирал и попросил сделать римский ключ из бумаги. Я не понял, что он хотел, но я не хотел, чтобы он повторял, и его голос был очень слаб, ему приходилось все время повторять, поэтому я сказал: «Дорогой брат Рассел, я не хочу, чтобы вы повторяли». Так далее и тому подобное. «Брат Рассел, я не понял, что вы имели в виду». «Я покажу тебе», — сказал Рассел. И тогда он взял листок бумаги и стал водить вокруг себя и тому подобное, совершать ритуал. Это ритуал, который совершает масон высокого ранга перед смертью. Итак, сам масонский ритуал высокого ранга, передсмертный ритуал, описан здесь, в сторожевой башне. Поэтому Рассел был масон высокого ранга, 33-й степени. Хотим мы этого или нет? Это оккультное общество, которое претендует на то, что оно представляет Иегову, Яхве. Если вы посмотрите на могилу Рассела, вы также увидите масонские символы. Вот один из них. Вот ранние выпуски «Сторожевой башни», также использующие масонские символы. Вот эти все масонские символы вы видите на этих фотографиях. Это ранние выпуски «Сторожевой башни». Я получил эту информацию от людей, которые оставили организацию свидетелей Иеговы в своем зрелом возрасте. Если вы посмотрите на учение свидетелей Иеговы, то вы увидите, что эта организация сделала больше пророческих предсказаний, чем любая другая. И ни одно из их пророчеств, которые есть в этой схеме, ни одно из них не исполнилось. Итак, например, в 1874-м должно было быть пришествие Христа, не произошло. В 1878-м воскресение, тоже не произошло. 1881. Закрытие дверей благодати для язычников. 1914. Армагеддон. Этого не произошло. 1915. Авраам, Исаак, Иаков воскреснут, но не воскресли. 1918. Христианство и его церкви будут разрушены. 1920. Республики исчезнут. Этого не произошло. 1925. Установление царства. Но если это царство, то тогда оно установлено. После 1925-го люди смогут обращаться к Аврааму, который будет жить в Иерусалиме, для того, чтобы их близкие были воскрешены. Ничего из этого не произошло, конечно. Появилась новая мировая Библия в 1950-м, после этого они отвергли Библию короля Якова. 1975-й — конец мира. Конечно же, этого не произошло. Ни одно предсказание не исполнилось. Что же Библия говорит об истинном и ложном пророке? Если пророчества не исполнились, то можете забыть об этом пророке. Конец времени язычников, страница 99. Относительно времени язычников, мы рассматриваем его как достоверную истину о том, что окончательное завершение земных царств и полное установление Царства Божьего будет окончено к концу 1914 года. Ничего не произошло. Незадолго до окончания 1914 года последний член тела Христова будет прославлен. Произошло ли это? Нет. Иначе зачем сегодня свидетели Иеговы обращают людей в свою организацию? Получается какая-то пустая трата времени. Конец времени язычников, страница 77. Еще одно из средств, которые используют оккультные организации, это скрытые сообщения. Скрытые сообщения — это нечто, что прячется в изображении, для того, чтобы показать, что вы действительно принадлежите к демоническим силам. Они используют это в фильмах, в звуковых записях, в разных средствах общения. Это перевернутые изображения, символы скрытые, все в этом роде. Если вы откроете старые выпуски «Сторожевой башни», то вы найдете демонические лица или масонские ритуалы, спрятанные в изображениях. Например, этот ангел, который стоит на земле и на море, представляющий Христа, и вы видите на его руке изображение демонического лица. Также этот молодой человек поднимается при помощи масонского рукопожатия, которое используется в одном из масонских ритуалов. Это рукопожатие льва, как они его называют. Вы можете увидеть, что палец отведен в сторону на этом изображении, и очень часто мы это можем увидеть в других изображениях.
Если вы посмотрите на вот эту картинку, то вы сможете увидеть, что в сторожевой башне на фоне дерева изображена голова овна. И вот вы видите рога, глаза, нос и символ овна. Если вы посмотрите на эту картинку, она смотрится очень невинно, но если перевернуть, то вы можете увидеть демоническое лицо, изображенное здесь. Может быть, это совпадение, но давайте посмотрим дальше. Опять ангел с отведенным в сторону пальцем. Ключи, которые они используют, это римские ключи, и многие другие изображения в виде одежды, символы Люцифера. Эта картинка полна масонского символизма. Ангел, который изображен здесь, он имеет также на себе масонские символы. Здесь также есть скрытое сообщение. Вы видите здесь скрытое сообщение в одежде этих женщин? Может быть, это не сильно заметно, но давайте мы увеличим, чтобы увидеть. Нужно внимательно присмотреться к изображению, чтобы увидеть скрытое сообщение. Одни видят эти сообщения, а другим это не под силу. Вот в чем их особенность. Если присмотреться, можно увидеть лицо мужчины. Вы видите здесь? Кто-то может видеть это четко. Нос, вот усы, вот странная прическа. Может быть, это случайное лицо или кто-то конкретный? Давайте посмотрите на это лицо. Вы узнаете это лицо? Узнаете это лицо? Это нос, это волосы, а борода, как у этого вот человека, это Зевс. Итак, они помещают эти скрытые сообщения везде. Скажите, кто видит эти сообщения? А некоторые люди просто не могут увидеть их. Если вы посмотрите на другую картинку, то увидите здесь масонский треугольник, вы также увидите здесь пентаграмму, разные масонские символы. Они используют тени, и так грамотно. Это изображение Иисуса Христа. У них короткие волосы у Иисуса. И посмотрите на его ногу. Это нога овна. Еще одно скрытое сообщение в этой картинке. Вы видите, одежда переполнена символами масонов. Итак, это религия. Это религия, которая была основана масонами, и их идея заключается в том, что чем более широкий фронт нападения, тем быстрее вы достигнете своей цели. Не так ли? И какая же цель всех этих религий? Отнять и принизить божественность Иисуса Христа. Это все. Это цель этих всех религий. Они учат, например, свидетели Иеговы, что Иисус — это не Бог, это сотворенное существо. Мормонизм учит этого, масонство учит этому, оккультизм учит это, ислам учит это, внутри католицизма учат этого, все учат этому. Кто-то очень сильно ненавидит Христа. Вы можете догадаться, кто это? Это Люцифер. Да, это Люцифер. И его агенты — это папство. И он использует папство для того, чтобы достичь своей цели. И я думаю, что сегодня мы живем в тот час пик, когда миру показана природа и размеры того тотального нападения на Иисуса Христа как Господа, Спасителя и единственного Искупителя на этой планете. Мы с вами увидели, что одна из задач нового века — создать как можно больше организаций, которые отрицают божественность Христа. Теперь, чтобы полностью выполнить эту задачу, нужно достичь людей, которые не так легко приходят в церковь. Здесь вы видите организацию, которая называется Организация Бахаи. В Хайфа, Израиль, 13 июня 2003 года почти 1,5 миллиона человек посетили террасы садов, окружающие святыню Бааб на горе Кармил.
вот Баб. Вот от, где он живет. Или, точнее, где он представлен. Он там не живет, конечно же. С тех пор, как они были открыты для посетителей 4 июня 2001 года, на Кармиле они поместили эту святыню, этот храм. Вот вы видите храм, и также видите опять эти звезды, эти символы, все, что касается этого. Вера Бахаи — это фундаментальное единение всех религий. Это главная цель. Вы помните, что сказал Талер Шарден, что все они должны объединиться вокруг универсального Христа, который удовлетворяет всех их. Независимое исследование истины, равенство мужчин и женщин, искоренение предрассудков, универсальное образование, установление международного языка общения, духовное решение экономических проблем, гармония науки и религии, достижение мира путем международного сотрудничества, могучий свет нашего союза, который осветит, я просто ненавижу это слово, у меня аллергия на эти оккультные слова, весь мир. Итак, они хотят собрать все религии вместе под одной звездой. И определенно, конечно же, эта звезда не мой Бог. Золотой рассвет Израиля. Вы видите символ нового века. Другие высказывания нового века. Учение Христа. Два столба Йохин Ваос. Таурус Бык. Арис Овен. Будда. Хари Кришна. Санкара Шива. Век Рыб. Также приводит нас ко Христу, и в конце концов вы получаете Вселенского Христа. Итак, это учение нового века. И, конечно же, начинается оно с Йохина и Ваоза, который является символами масонства. Итак, масонство опять контролирует это все. Песня из фильма. «Когда Луна в седьмом доме и Юпитер выровняется с Марсом, тогда мир будет руководить планетами, и любовь будет управлять звездами. Это рассвет века Водолея. Гармония и понимание, сочувствие и доверие в обилии. Нет больше заблуждений и разделений. Золотая жизнь, сны, видения, мистическое чистое откровение и истинное освобождение ума. Водолей, Водолей, Водолей». И те, кто постарше, наверное, уже вспомнили мелодию, да? Да? Какая же ложь? Посмотрите, все, что здесь содержится, это сатанинское. Соберитесь вместе под оккультными символами, как и масоны. Они используют Йохим и Ваас. И Библия не говорит об этих столпах в этом смысле. Наоборот, под терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Откровение 14.12. Вот два столпа, на которых мы можем основывать нашу веру. Это единственное. Вот новый век полон амулетов и талисманов, космические ключи, сила пирамиды, астрология, естественное исцеление, руки света. Все это очень эзотерическое и очень привлекательно для разума. Это древняя мудрость. Также книга Еноха, прототипы дерева жизни. Кстати, книга Еноха является апокрифом, и католическая церковь говорит, что это вполне приемлемая книга. Также Таро, магия, всевидящие око, пентаграммы, колдовство, есть плохие, хорошие колдуны. Вы знаете, что в Англии вы можете получить степень по колдовству, и государство будет оплачивать ваше обучение. Прекрасно, вы можете стать колдуном. Можете выбрать черную магию, белую магию, не играет роли. Один раз во время магического круга колдун говорит следующие слова. «Великие хозяева Вселенной, поспешите исполнить мои желания. Я призываю вас великими именами, исполненными силой просветителя небесного свода», то есть Люцифера, другими словами. «Появитесь ко мне, когда я пробуждаю священное влияние всех начальств и сил». Я думал, мы должны бороться с ними. Оказывается, они приглашают их. Придете ли вы с миром, силой прославленного Иллюминати? Будете ли служить мне и откроете суть всего сущего на земле и на море, знания и мудрости, добра и зла, законов природы и колдовства? Да это же колдовство. Вы видите язык, который был в Эдеме, да или нет? Опять же, добро и зло и все, что касается этого, мы видим здесь. В Библии, в книге Второзакония мы читаем, «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародея, боятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий,
делающие это, из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». В современном мире мы всего этого видим в изобилии. Посмотрите, голоса с неба, знаки зодиака. Давайте поговорим об этих современных каналах, которые общаются с духами. Вот вы видите, Вирджиния и Син, современный контактер с духами. Иисус говорил через нее, она утверждает, «Смерть — это творение человечества, не Бога. Это простая истина». Опять, они учат, что нет смерти. Посмотрите, книга Нового века «Жизнь смерти». Еще одна. «Вы не можете умереть». И символ Шамаша вы здесь видите на этом изображении. «Вы не можете умереть». Скажите, это язык змея или язык Бога? Конечно, язык змея. Екклезиаста 9 глава, 5 и 6 стихи. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, любовь их и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Екклезиастам 9 глава, с 5 по 6. «Если они умерли, все». Но здесь люди говорят, нет, мы можем с ними разговаривать, живое Таро, личная алхимия, древняя магия. Это все символы Люцифера. Они используют те же символы. Смотрите, столпы — это звезды, луна, рождение Бога Солнца и смерть. И если мы имеем дело с духами, то это своего рода Евхаристия, если вы хотите. Итак, вы видите здесь лицо Аполлона вместо Марии, мужская форма, но это то же самое. Итак, солнце, луна, звезды, все это языческое служение. Еще один канал, Джейзи Найт из Нью-Йорка. Сегодня она является одним из самых известных контактеров в мире. Она общается с духом Рамта. И у нее очень много известных людей являются ее клиентами. Вот она очень красивая женщина. И здесь вы видите, кстати, масонский символ, но не обращайте внимания, это всего лишь символизм. Опять же, здесь видим масонский треугольник. Итак, Рамта — это дух, который общается через эту женщину. На протяжении истории мы испробовали разные подходы, чтобы напомнить вам о вашем величии и о вашей силе и о вечности вашей жизни. Мы были царем, завоевателем, распятым Христом, учителем, другом, философом, чем угодно, что могло бы позволить появиться знанию. Иногда мы вмешивались в ваши дела, чтобы сохранить вас от самоуничтожения, чтобы эта жизнь продолжалась, предоставляя место для ваших опытов и вашей эволюции к радости. Прекрасно. Помните, что мормоны также учат, что человек согрешил, чтобы человечество имело радость. Здесь у нас есть небольшой ролик. Вот она, Джейзи Найт. Мы выключили звук, потому что качество не очень хорошее. И вот здесь небольшой ролик о том, как она рассказывает, как она первый раз встретила Рамта. Она говорит, что Рамта появился к ней как сияющий свет, как некто, кто имеет в руке сияющий свет, собранный в луч. И она сказала, «Кто ты? Ты так прекрасен!» И он сказал, «Я Рамта, я пришел помочь тебе и вытащить тебя из пропасти». Очень интересно, правда? Итак, давайте послушаем, что говорит Джейзи Найт сама из первых уст. Звук не очень хороший, но тем не менее. «Вы не можете стать ближе к Богу и придерживаться концепции, что был всего лишь один Сын Божий, потому что возникает вопрос, кто вы?» Итак, мы не можем придерживаться концепции, что только есть один Сын Божий, потому что возникает вопрос тогда, кто вы? Что это подразумевает? Что вы тоже боги? Итак, хорошо. Давайте спросим ее, чтобы она рассказала нам, где находится истинная вера? Вот она рассказывает. Послушайте внимательно. В чем благая весть? Благая весть в том, что в церкви есть богохульники, которые запрещают и скрывают от людей, что они божественны. И это единственное учение, которые они запрещают, чтобы кто-либо узнал. Есть только одно место и один способ, как Бог может объяснить это.
И это наиболее простой и доступный путь. И это немезида для церкви, которая называется наука. И дальше идет тяжелый рок. Итак, что они не хотят, чтобы вы узнали? Что вы боги. Итак, церковь не желает, чтобы вы знали, что вы боги. Но немезида церкви — это будет наука. К счастью, наука разрушит церковь. Но наука делает это или нет? Очень успешно делает. Ложная наука, так называемая наука. Удивительные учения. Итак, для того, чтобы отправиться на общение с духами, нужно иногда использовать наркотики. Один стимулирующий напиток, который называется «Падший ангел», который продается вот в таком пакете «Jesus No», «No Jesus». Вы можете поднять вашу духовную жизнь, используя экстази. Если вы были на экстази и использовали этот напиток, какие проблемы? У вас нет границ для вашего постижения. У вас есть такой напиток Red Bull, которые помогают человеку отправиться на общение с духами. Новый век учит так же, как стать божественными и влиять на людей. Это касается делового мира и физическом плане. Вы видите, как ходят по углям. Библия запрещает это, но индусы также делают это. Они учат вас, что вы можете стать божественными и достигать своих целей с помощью концентрации внимания, когда вы смотрите на кого-то и заставляете его делать то, что вы хотите. Один из этих молодых людей подошел ко мне и сказал мне: «Я могу заставить тебя делать все, что я хочу». Тогда я сказал ему: «Ты не можешь меня заставить ничего делать, что Бог не разрешит тебе». Эллен Шукман. Она начала слышать голос, который диктовал для нее вести. Это продолжалось 7 лет. 3 потрясающих месяца предшествовали написанию ее книги. Итак, она собирается писать книгу. «Почему я? Потому что ты желаешь знать истинного меня, желаешь служить мне и дала мне разрешение войти в твою жизнь». Итак, начали появляться сообщения, которые надиктовал ей Дух. Иисус Христос. Что она говорит с самого начала? «Нет нужды в помощи, чтобы войти на небо, потому что вы никогда его не покидали». Вы можете увидеть полное нападение на божественность Иисуса Христа, на Его заместительную жертву и на Него, как на единственного Спасителя. Дальше идут некоторые заклинания. «Я не тело, я свободен, я такой, как Бог создал меня». Другими словами, речь идет об аспектах вечной жизни. Дальше мы читаем следующее. «Боль — это моя идея, это не то, что заложил в меня Бог. Я призываю Божье имя и также мое собственное. Это богохульство высшей степени. Нет смерти, она пишет, потому что Сын Божий божественен так, как и Его Отец». Это даже алогично. «Ничто не может изменить вечную любовь. Забудьте ваши мысли о грехе и чувстве вины». А что же говорит нам Библия? Разве не из-за греха вынужден был Иисус прийти и умереть за нас? Не так ли? Да. Поэтому если нам нужно забыть об этом, потому что нет смерти, тогда мы можем жить так, как мы жили раньше. Саентология учит о том, как стать чистыми. Это научный метод нового века. Человека подключают к разным детекторам и проходят через самые личные вопросы жизни, и, наконец, человек заканчивает тем, что он постоянно дрожит, когда он лжет. Это своего рода очищение совести, это своего рода исповедь, и после этого человек становится настолько чистым, как Бог. Магия и западное мышление. Ключевым аспектом новой мировой религии будет божественный подход. Приблизьтесь к нему, и он приблизится к вам. Новая мировая религия — это будет единение всех великих божественных подходов. Все религии соберутся вместе. Давайте посмотрим на учение «Новый век» против Библии. Библия говорит: «Иисус — Сын Божий». Новый век говорит: «Иисус — это один из учителей». Библия говорит: «Спасаемые благодатью». Новый век говорит: «Спасаемые посредством добрых дел». Библия говорит: «Иисус — только один путь спасения». Новый век говорит: «Нужно разбудить сознание Христа внутри себя». Библия говорит: «Люцифер — это дьявол». Новый век говорит: «Люцифер — это истинный Сын Божий». Библия говорит: «Поклоняйтесь Богу». Новый век говорит: «Поклоняйтесь творению». Библия говорит: «Человек был сотворен». Новый век говорит о том, что
физический человек эволюционировал, а духовный человек всегда существовал. Библия говорит, Бог не является частью творения. Новый век говорит, Бог является частью творения. Это пантеизм или панинтеизм, когда они хотят сказать, что божественный Люцифер является им. Библия говорит, что будет воскресение, Новый век говорит, что будет реинкарнация. Библия говорит, слово есть истина, Новый век говорит, истина внутри. Библия учит о втором пришествии Христа, Новый век говорит о втором или о пришествии Матрея. Библия говорит, отвратитесь от грехов, Новый век говорит, забудьте о грехах. Библия говорит, становитесь подобными на Христа через освящение, Новый век говорит, ищите божественность внутри. Мать Тереза, которая была большим сторонником Нового века, говорит, «Ой, я надеюсь, я обращаю людей. Я не имею в виду то, что вы думаете. Если, приходя лицом к лицу с Богом, мы принимаем Его в нашу жизнь, тогда мы обращаемся. Мы становимся лучшими хинду, лучшими мусульманами, лучшими католиками, лучшими кем бы мы ни были. Какой подход я использую? Для меня естественным было бы католический, а для вас, возможно, индусский, для кого-то буддистский, согласно совести. То, что является Богом для вашего сознания, то вы и должны принять». Это библейская доктрина или нет? Нет, это доктрина змея, это не библейская доктрина. И мы можем увидеть, как римо-католический священник становится буддистом, и они являются буддистами. Мы должны смешать этическое и практическое политиков и священников. Это тема их конференций. И здесь мы видим, собираются вместе архиепископ Кентерберийский, католический кардинал Австрии, Далай-лама, мусульмане, иудеи, индусы, все приходят вместе. Они готовы свернуть горы с помощью этой организации Объединенных Наций Веры. И они пытаются достичь экуменизма. Экуменическая инициатива носит название Объединенные Нации Веры. Я буду говорить об этом отдельную лекцию. Буддизм, опять же, учит о том, что божественность есть внутри нас, и как стать божественными. Также они учат реинкарнации. И фактически буддизм — это просто секта индуизма, и это все. И вы видите здесь Далай-ламу, он является ламой. Конечно же, когда он умрет, они будут нуждаться в преемнике. Но они не могут ждать, когда произойдет реинкарнация ламы. Им нужен лидер непосредственно сейчас. И, конечно же, уже лама воплотился. Вот он на фотографии. Это уже следующий Далай-лама. И вот бедный дух этого Далай-ламы должен прыгать между двумя этими. Какое смешное учение. И люди принимают это. И, конечно же, он также назван Богом-царем. Далай-лама, изгнанник из Тибета, Бог-царь. Кому он поклоняется, этот Бог-царь? Он поклоняется папе, потому что он преклоняется перед ним. Ватикан и буддизм — это одно и то же. Путь к нирване — опустошить себя настолько, что от вас уже ничего не останется, обещанный рай, свет с востока, и повсюду появляются внезапно эти маленькие люди-башки, человеки-боги. Вот один из них. Рашира Аватар Адида Самраш. Это Бог, кстати, между прочим. Вот он на фотографии. И вы видите, люди окружают толпы его. И следующая фотография, вы видите, он заходит в комнату, и все падают ниц пред ним. Внезапно открылась дверь, и вошло исключительно ярко светящееся существо. Это тот, кого я ждал. Что же он говорит? Он говорит, недостаточно достичь реализации как освобождения от страданий. Необходимо осознать, что страдания нет. Я аватар яркого света. Путь Адидам не в том, чтобы искать облегчение страдания, но в счастье в том, чтобы быть влюбленным в меня. Все, кто желает достичь покоя во мне, должны быть влюбленными в меня. Я не хочу быть влюбленным в этого толстого мужчину. А вы? Но давайте не будем унижать сильно, потому что все-таки некоторые люди верят, что он Бог. Амрита Ананда Майи Амма. Амма — это ее прозвище. Вы думаете, эти люди маленькие люди, которые ничего не значат? Нет. Это люди, которые имеют слово в Организации Объединенных Наций. И здесь она получает награду
за достижение мира во всем мире среди женщин, религиозных и духовных лидеров в Женеве. И она имеет слово в ООН. Но вы можете также ей поклоняться. Она Бог. Вы можете поклоняться. Есть единственная истина, которая сияет через все творение. Реки и горы, растения и животные, солнце, луна и звезды, вы и я, все составляющие выражением этой одной реальности. Что это? Это называется пантеизм. Через усвоение этой истины в вашей жизни и таким образом достигая более глубокого понимания, мы можем обнаружить неотъемлемую красоту в этом разнообразии. Когда мы трудимся вместе, как глобальная семья, не просто принадлежа какой-то расе, религии или нации, тогда мир и счастье опять воцарится на земле и так далее. И все это звучит так прекрасно, это то, что мир хочет услышать, но это не библейское учение. Это аватар Михер Баба. Вам ничего не говорит его имя? Баба, Баб, Баб, Баб. Что значит Баб? Вы помните? Ворота. Ворота. Ворота к чему-то. Ал, Бог, значит к Богу. Это Вавилон. Далай-лама, это тоже Бог-человек. Этот человек — основатель движения Хари Кришны. Он называет себя Божественная Благодать. Его Божественная Благодать. Разве не прекрасно? У меня есть проблемы немножко с его именем. Бачи, Дивентата, с вами и так далее. Как бы там ни было, не играет роли. И здесь некоторые из них храмы. Вот он сидит в своей святыне в каждом храме в мире. Этот маленький Хари Кришна, эти его поклонники ходят по всему миру, цветочки, музыка, и поклоняются этому Богу. И посмотрите, во всех своих рисунках у них 12 и 1, 12 вокруг одного, 12 девственниц вокруг одного. Сатана пытается подделать Иисуса во всем, скопировать Иисуса во всем. 12 учеников вокруг Иисуса, 12 колен Израиля. И сатана пытается сделать жалкую копию оригинала. У него ничего лучше не получится, чем просто жалкая копия оригинала. Если вы желаете быть одним из последователей Хари Кришна, вы должны быть бедными. Ну, разве что, если вы Джордж Харрисон или один из Битлз, тогда можете быть богатыми, потому что им тоже нужны ваши деньги. Это Сай Баба. И он умер, но вы можете быть спокойными, потому что он прошел через реинкарнацию и скоро вернется. Это с вами Дирендра. Все официальные лица, президенты, высокие политические деятели Индии обращались к нему. Индира Ганди — это ее персональный гуру. Это своего рода бог бодибилдера или бодибилдинга. Это его святость Махараши Махеш Йоги. Эта святость ничего святого не имеет, настолько не святая, что я покажу вам в следующей лекции. В его мыслях ничего, кроме убийства, нет. Специальное служение, посвященное соблюдению Дня Объединенных Наций. Это вера Бахаи, и эта конфессия имеет наибольшее представительство в ООН. 800 постоянных членов ООН. Это больше, чем любая другая конфессия. Кто же контролирует Бахаи, это уже другая история. И вот здесь вы видите основателя. Я нахожу очень интересным то, что вера Бахаи была основана в 1844 году. Это очень интересная дата, не правда ли? Очень интересная дата. И это Баха-Уха, соединяя веру с верой Бахаи, которую основал Баб, что означает «ворота». Вы видите эти ворота, которые ведут к небу. Это его сын. Конечно же, это перевоплощение Бабы. Основателя Сай Бабы. Это Шри Сатья Сай Баба, Ашрам Путар Патри. И он называет себя Богом также. Причем называет себя всемогущим Богом. Это действительно меня раздражает. Когда я слышу это, мне нужно контролировать себя. И вот он здесь появляется с маленьким цветочком и также на своей золотой машине. И в его святыне, в храме собраны все религии, основные религии вместе. Так много есть вопросов вокруг этого человека, что давайте даже не будем касаться этого, не будем обсуждать эти вопросы. Но этот человек называется Богом. И многие люди в мире поклоняются ему. Вот немцы, которые сидят перед храмом Бабы,
И иногда я задаю вопрос, что случилось с моей нацией родной? Я хотел бы потрясти их и сказать, разве вы не пережили реформацию? Вы забыли реформацию, за что люди жизнь отдавали? На сём стою и не могу иначе. Христос — центр нашей религии. А как можно пойти сегодня выбрать какого-то баскетболиста, или который налаковал свои волосы, и поклоняться ему? Это ужасно. Кто контролирует все эти религии? Иезуиты с вами. Смотрите, с вами являются никем иным, как иезуитами. Они принимают диету, одежду, традиции, которые существуют в той местности. И вот они с вами являются иезуитами в то же время. Потому что для иезуитов вполне нормально быть всем для всех. Для того, чтобы контролировать всех из-за кулис. Это один из Бхагаван Шри Раджнеш Ошо. Это Бог-человек. Вот как ему поклоняются. У него 50 Роллс-Ройсов. У него толпы, которые его окружают и поклоняются ему. Вот что говорят об этом человеке. Я встретила Бхагвана, и там больше никого не было, только им. Бхагван — это мой мастер. Я люблю его. Это только одна вещь, что я могу сказать. Роллс-Ройсы, 2 или 3 в день. Тысячи западных последователей, которые приезжают к нему. И так жалко видеть их такое сильное посвящение смертному, грешному человеку. Они носят даже его изображение. Они даже меняют свои имена в его честь. Никто не знает, что это живой Бог, который ходит по земле и разговаривает с людьми. Гуру для них — это их Господь, их хозяин, их Спаситель, больше, чем Бог. Они восхищаются им. Этих вождей, конечно же, не интересуют эмоциональные или какие-либо другие проблемы людей. Невероятно большие толпы поклоняются этим гуру. Они очень много и практически на каждом шагу говорят о любви. У них так много любви. Он помогает нам найти нашу любовь и нас самих. Здесь видите несколько фотографий Сай Баба, о котором мы говорили. Тысячи, тысячи из разбитых семей, которые имеют эмоциональные травмы, приезжают к этим гуру. Большинство гуру, которых я знаю, они очень богаты, чрезвычайно богаты. Они заинтересованы больше в белых последователях, чем в индусах, потому что они могут получить больше денег от белых последователей. У них большие земельные владения, также охрана. Они имеют роскошные владения, самолеты. Они имеют вертолеты. И Раджниша имеет 40 Роллс-Ройсов. Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, какие толпы поклоняются этому человеку. И это только один, не говоря уже о других богах. Один из современных психологов, Кен Уилбер, говорит, «Великая индийская богиня Кали рассматривается в своей наивысшей форме как жена Шивы, является отличным примером уподобления образа Великой Матери к новому и высшему отделу мифологии Великой Богини, которая служит жертвой в сознании, а не заместительной жертвой в крови». Они ненавидят Иисуса. Они ненавидят Его. Грех падения было эволюционным шагом вперед. Это разве не интересно звучит? Да. Вкусив от древа познания, мужчина и женщина не просто осознали, что они смертны и ограничены, но они должны оставить подсознание Эдема и начать настоящую жизнь для себя. Они не были изгнаны из Эдемского сада, они выросли и ушли сами.
данном случае за этот смелый поступок мы должны благодарить Еву, а не порицать. Это то же самое, что и мормоны говорят, не так ли? Это книга «Пришествие космического Христа», автор Мэтью Фокс. Кто такой Мэтью Фокс? Это римо-католический священник, который стал епископальным священником. Это взаимозаменимо. То же самое. Это книга о священном и о нашем ответе на него, о поклонении ему. Что же священно? Священно все. Священно творение звезды, галактики, земля, вода и так далее. Что это? Пантеизм. Божественное во всем этом. Бог во всем — это вселенский Христос. Какое творение посмеет отрицать, что бриллиант бессмертия, настоящее благословение — образ божественного? По моему опыту, только человеческие существа осмеливаются отрицать его божественность, осмеливаются отрицать космического Христа. Это говорит римо-католический священник. Если мой тезис верен, то теперь время повернуться от поисков исторического Христа к поискам космического Христа. Это поможет развеять искаженную религию и псевдомистическое движение нашего времени, известное как фундаментализм или иногда называемое христофашизм. Кто бы говорил о христофашизме? По его словам, получается, если вы верите в Библию, вы христофашист, а если верите в космического Христа, то тогда с вами все в порядке. Он говорит, возможно, при нашей жизни мы будем иметь новый экуменический совет, и он будет глубоко экуменическим и обратиться к мудрости всех мировых религий. Не думайте, что Мэтью Фокс — это маленький человечек. Он очень большой идеолог этого движения. Он говорит... Этот космический Христос изменит наши сердца, нашу культуру, наши методы, приведет нас к глубокой сексуальности. Здравствуйте. Очень интересно. Что он сделает еще? Евхаристия. Во всем этом есть обещание материнского эроса. Это древний сексуальный культ. Это гнусно. Еще одна из задач движения «Новый век» — это приготовить мир к пришествию космического Христа. Новое появление Христа. И, конечно же, сознание людей должно быть настроено на оккультизм. И вот почему появляется сегодня Гарри Поттер и все в этом роде. Заметьте знаки в руках этих женщин. Это художница, которая делает картины для художественных фильмов, также для разных книг. Вы знаете ли вы, что имена, используемые здесь, в этой книге, это реальные имена демонов? И что также она использует метод скрытых сообщений, переставляя буквы в словах. Например, один из персонажей назван Блаватский вместо Блаватский. Поэтому это оккультизм в самой высшей форме. Но нам говорят, что это имеет некоторую ценность. Это не что иное, как сатанизм. Чаще других в поддержку книг о Поттере выступает журнал Christianity Today. Это журнал Билли Грэма. Он говорит... Гарри и его друзья развивают мужество, послушание и желание жертвовать друг ради друга, даже когда приходится рисковать жизнью. Это неплохие уроки в этом эгоистичном мире. Но он имеет символ зевства. Что же делает Новый век? Изменение сознания, видение сны, астрология, разные формы гадания, колдовства, спиритизм, магия, заклинания, волшебство, оккультные чары, символы поклонения солнца, человеческие жертвопрошения, священный секс, поклонение дьяволу. Это масонство. Что же они делают для того, чтобы достичь этого? Представляют свое учение в привлекательном свете, разрушают предыдущие убеждения, поносят христианство, смешивают новые верования с наукой, чтобы придать достоверность, дают новые определения, которые подходят новой вере, переписывают историю, дают мистические переживания, которые противоречат старой вере, погружают в соблазнительные формы новой веры и провозглашают чистоту. Есть борьба за чистоту, значит, все нормально. Вот предположительно, как выглядели великие мастера. Мастер Мароя, мастер Венецианский, мастер Иларион, мастер Сен-Пол, наверное, одна из реинкарнаций, Серапсис, что значит Серафим, также Иисус, который находился просто в тени Христа. Все другие мастера — это мастера, а когда речь идет об Иисусе, он в тени Христа. Интересно, как они меняют Библию. Они не говорят «дух», но говорят «дух Иисуса Христа», что говорит о том, что Иисус был контролируем кем-то еще. Мастер Кутху Милалцин, и затем Матрея, которого они ждут, это Христос Будда Сатви, Иман Мади, Шри Кришна и Мировой Учитель. Он имеет сегодня агента своего или представителя. Его зовут Бенджамин Крим.
И Бенджамин Крим, британский художник, долгое время изучавший эзотерическую философию, стал главным каналом информации относительно пришествия Матреи, мирового учителя, родился в Глазго в 1922 году, с раннего возраста изучал рисование и стал художником-модернистом. Его веб-страница есть, и очень интересно, на этой странице есть много-много ссылок на католические сайты. Это еще одна иезуитская ловушка. Бенджамин Крим. «Новое появление Христа и мастера мудрости». В 1982 году организация Таро Центр заказала во всех основных газетах мира объявление на целую страницу, гласившее «Христос находится здесь сейчас». Возрожденные христианские церкви, так же как и масонские ложи, будут использованы для того, чтобы дать массам наставления планетарного масштаба. Итак, церкви будут работать вместе. Поделитесь с вашими братьями этим радостным ожиданием Матреи, вашего друга, брата и учителя древности, который грядет. Давайте посмотрим это видео и послушаем, что он хочет сказать. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Готовы ли вы скоро увидеть меня и последовать моим мыслям? Мое пришествие близко. Мировой учитель нового века Водолея, Матрея, будет жить в Лондоне. Две тысячи лет назад Будда сделал пророчество, что в это время придет в мир еще один великий Будда, как будто сам Будда, Матрея, который вдохновит человечество на создание новой прекрасной цивилизации, основанной на правде и истине. И вот для чего придет Матрея. Он является членом азиатской общины Лондона. Он живет... Это обычный человек, но он исключительный человек. Он может учить через меня, вдохновлять, исцелять через меня. Он имеет своего рода окна в этот мир, через который он входит. Он сказал мне сделать запись на аудиокассете. Я сделал эту запись. Он долго мне диктовал, и я записывал его вести. После первого контакта я услышал голос Матреи. И он сказал мне, «Я сам гряду». Это будет самое чрезвычайное событие и самый большой шаг, который может сделать человечество. Либо вы примете меня, либо же будете продолжать бороться за выживание. И последствия этой борьбы за выживание будут ужасными, как после Третьей мировой войны, уничтожение человеческой жизни. Мы должны пригласить Матрею на теле и радио передачи и предоставить ему слово, потому что это будет чрезвычайное явление для человечества. Мы увидим его лицо по телевидению. Он не будет говорить. Он будет мысленно вдохновлять телепатия, и с помощью телепатии он сможет все человечество настроить на определенные мысли. Узрите свет, который манит вас в будущее. Звуковой туннель раскаяния. Вам нравится этот голос? Узрите свет, который манит вас в будущее. Как патетично. И он появится на всех телеэкранах, будет общаться телепатическим путем, и все будут собираться вокруг него, будут установлены принципы перераспределения богатства и распределения всего этого. Все то, что он говорит, это не что иное, как чистой воды католицизм, который
преподается в форме нового века. Новое появление мастеров мудрости, миссия Матреи и так далее и тому подобное. В 1977 году ему задали вопрос относительно Папы Римского, что он думает. Тогда он сказал: «Господь Иисус восядет на троне святого Петра в Риме». Теперь это событие неизбежно, а именно явление Христа. Вполне возможно, что нынешний папа будет последним. Смерть папы Павла VI и внезапная смерть папы Иоанна Павла через месяц его понтификата делает вполне вероятным то, что нынешний папа Иоанн Павел II будет последним. Весть номер 53. Закон Бога «Я есмь». Приоритеты Матреи — установление мира, установление системы распределения, уничтожение вины и страха, образование человечества, введение таинств, украшение городов, устранение преград для путешествий и создание вместилища знаний, доступного всем. Так красиво все это звучит. Адекватное количество пищи для всех, адекватное количество жилья. Конечно, он не говорит о том, что жильем придется делиться. Здоровье и образование, достижение экологического баланса в мире, социальная и политическая справедливость. Говорит, Бог в людях сияет. В каждом из вас есть божественное существо. Скажите, это язык Бога или язык змея? Это язык дьявола. Что еще он говорит? Теология — это бесполезные рассуждения над писаниями и пустая трата энергии. Просто берите тему любви и живите по ней. Он не любит Библию. Он говорит, «Я прошу вас принять новый уровень понимания. Если вы цепляетесь за каждую фразу в Библии и спорите об ее истолковании, то вы неправильно поняли весь Бога». Он говорит о фактах Христа, о фактах иерархии. Он говорит о коротком времени, которое остается до второго появления Христа. Итак, сатана говорит, что он скоро грядет. Когда мы говорим, что Иисус скоро грядет, то люди говорят, «О, нет, нет, еще не скоро». Я не буду зачитывать эту молитву, которую вы видите. Без распределения нет справедливости, без справедливости нет мира, без мира нет будущего. Затем начали появляться таинственные кресты на небе, и вот в один из дней он появился. Вот он, в 1988 году. Как вы думаете, кто первым показал его? CNN, конечно же. Потому что Тед Тернер является масоном 33-й степени, поэтому кто же еще его покажет? И вот его символы, его лого. Посмотрите, полностью оккультные. Свастика, полумесяц и звезды, крест. Все религии вместе. Итак, он появился в 1988 году, исцелял множество людей, и тысячи людей преклонялись перед ним и служили ему как Богу. И CNN сказал, что он вознесся в небо. Затем он появлялся на телевидении, и в Соединенных Штатах он появлялся, в Австралии. Иисус — звезда на американском телевидении. В 1998 году он появлялся в разных местах мира. Это Кипр, Исландия, Аргентина, Россия. И также в Торонто, Канада, в Алжире. В 1999 году он появлялся в Хорватии. 100 человек увидели его. В Китае 200 человек. В Польше 150 католиков увидели его. 150 человек. Смотрите, 500 человек в Чикаго, и в Марокко мусульмане, и христиане в Америке. Все видели его. Китай, Новая Зеландия, Япония. Это 2001 год. В Мексике он появился на стадионе, и 50 тысяч человек преклонились ему, как и Христу. Это 2002 год. В Парагвае последний раз. 24 февраля, 200 человек, христиан, и Share International после этого не имеет уже информации о его появлениях. Что же говорит Библия о втором пришествии Христа? Что оно будет с силой и великой славой, что Он придет на облаках небесных, что Он накажет тех, которые отвергли Бога, Он спасет Божий народ, Он придет со Своими ангелами, как молния, которая видна от востока до запада. Каждое око увидит Его, будет воскресение умерших.
Иисус придет, и каждое око увидит Его, говорит Библия. Он не будет идти на телевидение и говорить, чтобы контролировать умы человека. Библия не говорит об этом. Это лже-Христос, который пришел и который придет. Но Иисус Христос придет на облаках небесных. Каждое око увидит Его. Откровение 1 глава 7 стих. Откровение 22 глава 20 стих. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Я надеюсь, мир будет предупрежден, чтобы не впасть в веру в этих лже-мессий, лже-учителей, которые выдают себя за Бога, в то время как живут самой грешной жизнью на этой планете, живут в роскоши и удовольствиях и пропагандируют все это. Я надеюсь, что мир будет предупрежден и осознает, что Библия — это единственная надежда. Это тотальное нападение на Иисуса Христа. И Он, как единственный Спаситель, должен быть открыт миру. И пусть Бог поможет нам в этом. Аминь.